Как мы уже рассказывали в нашей программе, в рамках реализации принятых концепций военно-патриотического воспитания молодежи и повышения эффективности духовно-просветительской работы во всех регионах страны активизирована работа по патриотическому воспитанию подрастающей молодежи. В Алмалыке при поддержке Агентства по делам молодежи и городского отдела по делам обороны продолжают проводить встречи военнослужащих с учащимися школ и колледжей. Одна из них состоялась 5 февраля. В гости к юношам и девушкам, ученикам школы номер 3, пришли представители воинской части номер 99-280. Специально для почетных гостей ребята подготовили концертную программу, в которой прозвучали стихи и песни о любимой родине. Руководитель отдела воспитательной работы воинской части номер 99-280, старший лейтенант Рузимурод Муродов, руководитель воинской части номер 99-280, подполковник Валиджон Сатаров, заместитель начальника отдела по делам обороны Алишер Насыров, председатель городского агентства по делам молодежи Мухридин Хамзаев и другие рассказали ребятам, что по инициативе президента в нашей стране проводятся углубленные реформы во всех сферах, направленные на дальнейшее развитие государства. В том числе одной из приоритетных задач остается повышение боеспособности вооруженных сил, укрепление материально-технической базы, обеспечение современным вооружением, улучшение физической и духовно-интеллектуальной подготовки военнослужащих. В результате проводимых кардинальных реформ национальная армия становится мобильной, компактной и мощной, способной достойно отразить любую угрозу. В этом процессе чрезвычайно важное значение имеет подготовка высококвалифицированных военных кадров, повышение профессиональных знаний и навыков, интеллектуальная и психологическая подготовка военнослужащих. В ходе беседы ученики школы узнали об истории развития вооруженных сил Республики Узбекистан, об условиях службы в армии, организации питания военнослужащих, а также о льготах при поступлении военнослужащих в высшие учебные заведения страны и многое другое. Специально для ребят была организована выставка оружия. Не меньший интерес вызвали и показательные выступления кинолога со служебно-сторожевой собакой.